يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры, рада приветствовать вас на нашем телеканале Хади ТВ 3, на нашей передаче, которая посвящена этому великому и священному месяцу для всех мусульман, месяцу Рамазан. И, как всегда, у нас сегодня в гостях уважаемый шейх Курбан. Ассаляму алейкум, шейх Курбан. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Уважаемый шейх Курбан, на сегодняшней нашей передаче хотелось бы поговорить на тему, именно про ночь Кадр, что в переводе означает месяц предопределения и могущества. Не могли бы вы нам рассказать что-нибудь про это? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين يا приветствую прежде всего дорогих зрителей Хади ТВ 3. Сегодня 18 число, 18 день этого священного месяца, месяца Рамадан. И начало следующих суток, следующего 19 числа месяца Рамадан, началом является ночь Кадр. Дело в том, что Рамадан – это месяц лунного календаря, а согласно лунному календарю сутка начинается ночью, то есть после заката солнца начинается сутка. Лунная сутка начинается. И поэтому до заката это 18 число. После заката это уже 19 число. И уже ночь 19 числа месяца Рамадан, ночь 19 числа. То есть это начало суток. Согласно некоторым преданиям, является одной из предполагаемых ночей Кадр. То есть в этом месяце, месяц Рамадан, есть одна ночь. Есть всего лишь одна ночь, которая называется ночь Кадр. Но нету ясности относительно того, какая именно из ночей этого месяца является ночь Кадр. Известно, что только одна из ночей ночь Кадр, но какая из ночей, неизвестно. И по этому поводу имеются разногласия, то есть есть какие-то определенные разногласия, есть разные точки зрения относительно того, какая именно из ночей является ночью Кадр. Но согласно некоторым преданиям, одна из трех ночей, то есть, если в месяце, например, 29 дней месяца, месяца Рамадан, например, если 29 дней, то получается, что предполагаемых ночей Кадр 29, верно? А когда мы видим в преданиях, что имеется указание, что одна из этих трех ночей является ночью Кадр, это уже эти предположения уже немножко сужаются, и 29 дней превращаются в 3 дня. И уже среди этих 3 дней мы понимаем, что именно среди этих 3 дней находится ночь Кадр. Что это за ночи? Это ночь 19 числа, ночь 21 числа Рамадана и ночь 23. Ночь 23, обратите внимание, ночь 23. То есть это именно 23 число. И сегодняшняя ночь, то есть ночь, которая наступит сегодня, это ночь 19 числа, несмотря на то, что сегодня 18 число.
По той причине, по которой мы объяснили, разъяснили в самом начале. Что касается ночи Кадр, а ее достоинств, что из себя представляет ночь Кадр, то вряд ли можно сказать как-то, сказать лучше, сказать красноречивее, чем сказано в Священном Коране об этой ночи. А в Священном Коране сказано следующее. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أدراك ما ليلة القدر Что ты знаешь, что из себя представляет ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر То есть эта ночь, ночь Кадр, лучше превосходит ألف شهر тысячу месяцев. То есть всего лишь одна ночь превосходит тысячу месяцев. И как сказано в преданиях, тысячи месяцев, в которых нету Лейлятул Кадр. В преданиях сказано, что Аль-Фишайр означает тысячи месяцев, в которых нету этой ночи. Насколько это величественная ночь? И что, конечно, что же это означает? Мы говорили ранее о достоинствах месяца Рамадан, об особенностях месяца Рамадан. Так вот, вот в эти месяцы, в эту ночь обретают особую значимость. Еще больше усиливается их значимость, еще больше усиливается их влияние на человека. И именно в эту ночь человек может получить пользу, может получить дары божественные, духовные божественные дары, может приобрести всего лишь за одну ночь те божественные дары, которые во все остальное время, во все остальные ночи, во все остальные дни обретаются человеком на протяжении тысячи ночей. То есть человек всего лишь на протяжении одной ночи обретает возможности тысячи ночей. И вот этот аят, который приведен, вот этот аят священного Корана, он наилучшим образом что-то другое сказать, что-то другое привести, объяснить, попытаться что-то еще дополнить к этому крайне сложно. Крайне сложно еще что-то дополнить к этому, что-то еще объяснить. Когда сам Всевышний Бог в Священном Коране говорит, что эта ночь лучше тысячи месяцев. Тысячи месяцев. Помимо этого, мы также знаем из Священного Корана, что «Инна анзальнаху фи лейлятиль кадр». В этой же суре сказано, что воистину мы ниспослали его. Кого? Коран. Мы ниспослали Коран именно в этот месяц. Это месяц ниспослания Священного Корана. И в другом аяте Священного Корана Всевышний говорит «Инна анзальнаху фи лейлатин мубарака». Мы ниспослали его, мы ниспослали Коран в благословенную ночь. Мы ниспослали Корана в благословенную ночь. В суре Кадр Священного Корана сказано, коснемся этой суры, потому что эта сура полностью посвящена именно этой ночи. Сказано в этой суре «Инна анзальнаху фи лейлатиль кадр». Воистину мы ниспослали его, Коран, в этот месяц, прошу прощения, в эту ночь. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ И что ты знаешь, что из себя представляет لَيْلَةُ الْقَدْرِ Это ночь, Кадр. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ Это ночь лучше тысячи месяцев. تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ Спускаются, снисходят ангелы и дух в этот месяц с позволения Бога ради каждого дела спускаются в этот месяц с позволения Бога ради каждого дела минкулли амр. Что значит минкуль? Мы этого коснемся чуть позже, что это означает. Саламун хия хатта матла'иль фаджр. И до восхода солнца эта ночь является Салам.
является саламом, является успокоением, является миром, является саламом. То есть это что означает салам? Мы также коснемся этого вопроса и посмотрим, как в преданиях описывается, как в преданиях толкуются эти слова. Уважаемый шейх Курбан, мы вынуждены прерваться на короткую паузу, поэтому мы вернемся и продолжим наш разговор. Уважаемые телезрители, я вас прошу не отходить от ваших телеэкранов, не уходите далеко, оставайтесь с нами, мы вернемся после короткой паузы. Снова ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях уважаемый шейх Курбан. И вместе с шейхом Курбаном мы поговорили о преимуществах и превосходстве ночи Гадр над другими месяцами. И также хотелось бы продолжить наш разговор на данную тему. В предании от имама Садыга, алейхиссалату вассалам, сказано: «Фагуррату шухур шахруллах», что наилучший из ночей, прошу прощения, наилучшим из месяцев является месяц Аллаха, вахуа шахру Рамадан, и это месяц Рамадан. То есть самый лучший из месяцев – это месяц Рамадан, это месяц Бога. Ва кальбу шахри Рамадан лейлатул кадр, а сердцем этого месяца является ночь предопределения, ночь Кадр. То есть это самое лучшее из ночей. Это опять-таки подтверждается в этом предании. Это предание подтверждает, что это самое лучшее из ночей, самого лучшего из месяцев. Поэтому можно призвать самих себя и дорогих братьев и сестер, которые слушают и смотрят нас, призвать к тому, чтобы нам воспользоваться, приложить максимум усилий для стояния Киям, Шахруль Киям, потому что этот месяц является Шахруль Киям, и в особенности эта ночь является Лейлатуль Киям, ночью стояния. Смысл стояния мы уже разъяснили, это не просто встать ото сна, встать и совершать молитву, встать на молитву, на совершение молитвы. Это не просто, это в первую очередь и важнее всего иметь это в виду, что Киям – это отлученность от всего, кроме Аллаха, и направление своего внимания, стремление к Богу. Это есть настоящий истинный смысл Кияма. Конечно, молитва и стояние в молитве – это тоже Киям, но это внешнее проявление Кияма. У Кияма есть внутреннее проявление, как у всякой вещи есть внешнее и внутреннее проявление. И если придерживаться внешнего и отказываться от внутреннего, то всякая вещь теряет качество. Таким образом, из этого предания становится ясно, что это лучший из ночей этого месяца, месяца Рамадан. Относительно, мы ранее перевели суру Кадр, которая посвящена этой ночи. Относительно ниспослания, относительно обстоятельств ниспослания этой суры также не лишним было бы упомянуть. Однажды его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом имеется множество преданий, и от разных передатчиков передается
Однажды его светлость, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел во сне, как обезьяны забираются на его кафедру, на минбар, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А что является символ, что из себя символизирует минбар, что из себя символизирует кафедра посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Это то место, с которого посланник Аллаха распространял ислам, с которого разъяснял ислам, с которого объяснял ислам, с которого призывал к Богу и к исламу. То есть это олицетворение исламского просвещения. Это олицетворение с этой кафедры, с этого мимбера, его светлость управлял мусульманской общиной. То есть кафедра – это также и трон, трон мусульманского правителя. И этот сон посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был растолкован следующим образом, что обезьяны – это род и династия амиядов. Обезьяны, которых увидел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, во сне, которые забираются на его мимбер, которые забираются на его кафедру, он растолковал как амиядов. Он сказал, это амияды. После меня, после моей смерти, они возьмут управление мусульманской общиной в свои руки, амияды. И это очень сильно расстроило посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он расстроился, что мусульманская община, ислам, попадет в руки этих людей, амиядов, династии амиядов. И на самом деле они принесли огромнейший вред мусульманской общине, просто огромнейший вред. Но когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, узнав об этом во сне, опечалился, Всевышний ниспослал эту суру. Инна анзальнаху фи лейлятиль кадр. Вама адраки ма лейлятуль кадр? Лейлятуль кадри хайрун мин альфи шахр. Именно вот этот аят лейлятуль кадри хайрун мин альфи шахр, что ночь кадр лучше тысячи месяцев, лучше тысячи месяцев. И после этого аята, после аята о том, что ночь кадр лучше тысячи месяцев, его светлость обрадовался. То есть, таким образом, Всевышний обрадовал своего посланника, который опечалился вестью вот этой вестью, о которой он узнал во сне. Вы спросите, каким образом? Какое это имеет отношение? Какое имеет отношение ночь кадр к правлению амиядов? Но, как сказано в предании, что всего лишь одна ночь кадр посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, на протяжении своей жизни провел множество ночей кадр, и Всевышний говорит, согласно толкованию из преданий, Всевышний говорит в этом аяте, что всего лишь одна ночь. Конечно, это один из смыслов, один из глубинных смыслов этого аята, который не противоречит другим своим смыслам. Это нужно понимать также. Всевышний дал понять своему посланнику, что амияды, несмотря на то, что они будут править долго, несмотря на то, что они сделают много, принесут исламу и мусульманам много вреда, но тысячи месяцев их правления равны одной ночи посланника Аллаха, одной ночи кадр посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть этот аят означает, что амияды не смогут уничтожить ислам, амияды не смогут потушить свет Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что всего лишь одна ночь кадр посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, предотвратит тысячемесячный вред, который принесут, тысячемесячное правление этой династии, которая названа в священном Коране, названа эта династия, названа проклятым деревом. В Коране сказано проклятое дерево. Почему именно дерево? Дерево распускает корни, ветви,
То есть эта династия уподоблена дереву. Даже если вы обратите внимание, если какую-то династию обычно рисуют корни, ветви, в виде ветвей разрисовывают. Вот, да. Эта династия уподоблена проклятому дереву, названа проклятым деревом. В Священном Коране есть это слово «проклятое дерево», и толкованием, согласно преданию, является именно то, что в этом аяте говорится об амиядах, которые враждовали сначала с посланником, были злейшими врагами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а потом враждовали и убивали других наместников и халифов Аллаха на земле, преемников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в частности, Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва саллям, который был ранен в эту ночь, в ночь на 19 число, то есть в эту самую ночь, в грядущую ночь был ранен. Его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва саллям, весь период своего правления вынужден был сражаться с ними, был вынужден был противодействовать им, сражаться с Муавией ибн Абу Суфьяном, точно так же, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, годы, многие годы сражался с отцом Муавией ибн Абу Суфьяном, Абу Суфьяном. Это одно из толкований, одно из пониманий этого аята, этой суры. В этой суре сказано «Таназзаля ль-малаикату вар-руху фиха», что спускаются ангелы и дух в этот месяц. «Биидни раббихим» с позволения своего Господа «мин кулли амрин». «Биидни раббихим мин кулли амрин» с позволения своего Господа ради каждого дела. И в преданиях сказано, что вот это вот «ради мин кулли амр» ради каждого дела означает, что все события, которые произойдут на протяжении года, все абсолютно, без исключения, мин кулли амр, все, каждое, ради каждого дела, может ли быть какое-то исключение из каждого дела? Нет, это каждое дело, все без исключения. Все дела, которые произойдут на протяжении года, то есть до следующей ночи предопределения, то есть из-за этих дел спускаются мин кулли амр, из-за каждого дела спускаются ангелы и дух. Но кому спускаются? Кто является аль-мунаддалю алейх? Кому спускаются? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, передано от Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату ва саллям, который сказал, что однажды двое арабов пришли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и посланник Аллаха спросил их: «Ман муназзалю алейх?» Кто тот, которому спускаются ангелы и дух? Эти арабы сказали: «Ант, ты, я Расул Аллах, ты, о посланник Аллаха». Его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Да, это правда. Ну а знаете ли вы, кто будет тот, кому будут ниспослаться и после меня?» Даже более того, его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил их: «А когда я умру, будут ли ночи Кадр?» Они сказали: «Да, будут ночи Кадр. И после тебя?» Он сказал: «А будут ли ниспосылаться в эти ночи ангелы и дух?» Они сказали: «Да, будут ночи Кадр, и в них будут ниспосылаться ангелы и дух». И тогда посланник Аллаха спросил их, этих арабов: «А знаете ли вы, кто тот самый человек, которому будут ниспосылаться ангелы и дух после меня?» Они сказали: «Нет, не знаем». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, взял, это передает Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва саллям, он говорит: «Взял посланник Аллаха меня за голову и сказал: если не знаете, так знаете. Так знаете, что это тот, кому будут ниспосылаться ангелы и дух в эту ночь после меня». То есть в эту ночь ангелы, согласно этой суре и толкованию озвученному, в эту ночь ангелы и дух спускаются с каждым делом, ради каждого дела, к наместникам и халифам Аллаха на земле, коим был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и после него Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва саллям, и на сегодняшний день является имам Аль-Махди, аджалаллаху фараджаху шариф,
которому спускаются каждую ночь в кадр, спускаются ангелы и дух с каждым делом, который произойдет, с каждым делом, ради каждого дела, который произойдет на протяжении года, с каждым без исключения. Уважаемый шейх Курбан, к сожалению, наше время подошло к концу, и мы вынуждены попрощаться с вами на этом. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух. И мы подводим на этом итоги нашей передачи, уважаемые телезрители. Спасибо, что смотрите нас и проявляете интерес к нашему телеканалу. А на этом мы с вами прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. سناتي.